Философский факультет – это и очень интересная учеба, и очень интересная и живая работа. Самое большое заблуждение, что философия оторвана от жизни. Более того, философия – это самое практичное знание, которое только может быть. Потому что философия формирует ваше мировоззрение. А вся ваша жизнь – это реализация вашего взгляда на мир. И ваш успех зависит от того, насколько правильно вы этот мир воспринимаете и в нем ориентируетесь. Среди выпускников философского факультета, среди моих даже одногруппников, не только преподаватели и исследователи, но и высокопоставленные сотрудники спецслужб, и депутаты, и бизнесмены, и журналисты. И практически нет такой сферы, где бы успешно не работал философ. И он всегда говорит «спасибо родному факультету». Среди преуспевающих американских менеджеров как-то провели опрос. Какие из университетских курсов вам более всего помогли в вашей практической деятельности? Они назвали финансовые курсы, а также назвали философские курсы. Вопрос «почему?» А ответ очень прост. Где бы человек ни работал, ему нужны высокоразвитые мозги. Ему нужен интеллект. Ему нужно уметь работать с информацией. Анализировать, обобщать, творить. А ничто лучше не развивает интеллект, чем философия. Поэтому какое бы направление в жизни вы ни избрали, чем бы вы ни захотели заниматься, философское образование для вас будет блестящим началом. Остальному научитесь на практике.